знаменитый театр Брно Махенову Девадло. Впервые в Европе был освещен электричеством. Строили его немцы. Немецкая архитектура и, в общем, инициаторы были немцы. Прекрасный театр. Я иду вовнутрь. Главный вход в театр. Это фойе театра. Самый вход. Такие своды. Очень торжественно, пышно. Прекрасное впечатление. Мы находимся в одном из красивейших театров Европы. Брно. Много золота, расписной потолок, люстры хрустальные, сверкающие. Золото и малиновый бархат, скульптура. Эти кариатиды, подпирающие третий ярус. Очень впечатляет все. Роскошный театр. На сцене происходит чудо. Джузеппе Верди, Набука, опера. Прекрасная труппа. Оркестровый оркестр. Дирижер очень опытный. Все прекрасно. Фойе театра. Дворцовый стиль, лестницы прекрасные, скульптура позолоченная, освещение, люстры, лепной потолок, все прекрасно. Главная лестница, вот такой светильник, украшающий главную лестницу. Люстры. Главный вход в портер.